Ну разве это дорога? Дорога, я так считаю. Налоги платим, они ничего не делают. В Караганде нуждаются в ремонте все дороги. С этим согласны и в Акимате, и в дорожной полиции. Но у нас в городе 563 километра дорог. И на то, чтобы их все сразу капитально отремонтировать, ни у кого нет денег. По словам Людмилы Дагаевой из городского отдела застройщиков, наши дороги настолько недолговечны потому, что под Карагандой находятся подработки. Из-за этого дороги деформируются. Еще одна причина в том, что не везде есть ливневая канализация. Очень неудобно и то, что под дорогами находятся теплотрассы, и каждый раз при ремонте труб асфальт скрывают. Какие дороги пора ремонтировать, решает специальная комиссия, в которую входит дорожная полиция, представители Акимата, дорожные службы и управление городским хозяйством. Каждую весну и осень комиссия выезжает и оценивает качество дорог. Если наружено более 50% дорожного покрытия, дорогу включают в план на капитальный ремонт, если меньше – на ямочный. Сколько денег выделить из бюджета на ремонт, определяет Маслихат. В Акимате специальная комиссия проводит тендер, с победителем которого заключается контракт на ремонт дороги. Сейчас в Караганде восстанавливают дороги несколько организаций. Каждую неделю в Акимате подрядчики отчитываются о ходе работ. Качество выполненного ремонта оценивает технический надзор. Конечно, вопросы по качеству есть еще. Как сообщил заместитель акима Караганды Кабдыгали Аспанов, в этом году автолюбители заплатят налог на транспорт в сумме 134 миллиона тенге. Выделено же на строительство и реконструкцию улиц 245 миллионов и 48 на ямочный ремонт.